Бля, еще пугаю 25-ку собирать. А что ты этот осколки фармишь? Да, уже 11 есть. А это ты будешь покупать с джайной хуйню эту? Пока не знаю. Я думаю, надеюсь на это, что мы дорастем до джайны. Ну и надо, все. это надо по следующему КД смотреть. Если лича прям без проблем закроем. Да хуя зависит от людей, от тактик. Как, кто какие цифры там дает. Если, к примеру, закроем, да, за два дня, ну вот, допустим, первый день прошли там до синдры, второй день синдру лича убили там, ну, за два часа, то шансы есть, что через месяца два убьем. Потому что там... А там они РДД сильные, да, нужны? Да, там нужны... Да там все нужны сильные, блядь. Там, ну, там слабых смысла нету брать. Там нужна определенная цифра приличная. Плюс, пока ее учить еще, эту тактику, пока... Ну, я не знаю, недели... Это надо на нее время, это надо на ней сидеть, ну, раза 3-4, это минимум, если люди схватывают нормально. А 3-4 раза по 4 часа сидеть, это, блядь, прикинь, сколько это, ну... Это еще время надо, чтобы туда прийти, состав собрался и сидеть еще траить нахуй это столько нервов. Ну да. Это надо 100%. Это ОКСС-ку закроем, да? Ну да, скорее всего ОКСС-ка будет убивать. Скорее всего, мы уже в Т5 туда пойдем, скорее всего. Хотя бы ну, в двух пусках. С нынешними ценами на Т5, как его собирать, там... Навряд ли его кто сильно соберет. Там не столько... Мы быстрее его с рейда достанем. Не столько РДД будет решать, сколько ДСшник. 2Т5 ДСшнику надо будет. А ДСшник должен быть какой-то постоянный, сильный. Ну, самый одетый. Потому что там просто в два раза КПД вырастает у него. Здорово. Без такого... Привет. Здорово. Без такого ДСшника там нехуй делать. Ну, там хилы охуеют. Кости, как раз один слот остался. Чё, давайте сумонить. Давайте шкаф. Да, сейчас я вылечу. А тут некромантика есть. Так, я дорогу засунул, четвертую патчу одного. Вот что там, мы уже собрались. Да. Ласт слот для тебя держим. Там же ж половина бухает еще. Ну да. Ну, тем не менее, рейд есть, и люди, которые зашли. Ну, вот есть тут пару, которых я не видел, как играют. Новые маги. Две штуки. Ой, ты в описании гильдии добавил? Главные бухарики трезвые. Чё добавить? Дискорд. В описании гильдии. А какой надо добавлять? И где какая... Ну, просто... Ну, чтобы она не обновлялась там, или что там? Какая да, хуйня. Да, да. Ну, где эта ссылка? Откуда ее скопировать? Я без понятия. Просто вон человек спрашивает, а дискорда нету. Да лучше так линковать, мне кажется. Ну вот мы сейчас зашли и линкануть ему там гостиную. Пускай зайдет, роль дадим. Ну хуй, так он сам может зайти и все. Ну, я не знаю, там, по-моему, не копируется, когда сообщение открываешь, там. Ну, нельзя мышкой скопировать, типа, эту хуйню. Там он Лингрен зашел. Как-то оставляли, так и смысла что, не было. Что, группу ВКонтакте делаем? Ой, да можно, блядь. О, какая гадость. Чё, так-то? Интерфейс так обосрали, конечно. Так-то Лингрена... Короче, это самое... Ну, если кто будет слабый с РДД, можно будет взять Лингрена и проходку сделать ему. А там чё, лича только убить паладином надо? Да. Ну, вот. Ну, не рассыпался лича. Вот сегодня-завтра, если постараемся, сделаем проходку. Так-то у нас... Там вроде в ЗС проходку как-то поменяли. Ну, в ЗС поменяли, а в этот не поменяли, как он называется. В ЗС-ку поменяли. Четыре куска все равно сейчас не соберешь. Это... Чё там сейчас, скоротреса убили, нет? Никто не знает. А хули Новый год, никто убили не знает. Убили 5 боссов, ну так Вайш... Чувак. А, значит, скоротреса убили. Ну, Вайша, она упирается сильно в ДПС. Хотя, не знаю, мне кажется, должны были убить... Может, просто нубы нахуй тактику не сколько соблюдают. Там нужно? 450? Не, просто смотри, в Гере на X2 у нее 198 мультов. А тут 308 в обычке. Ну, это пиздец. Ну, бред ебаный нахуй. Ну, и причем там, ну, вроде номер все убивали, что у них 2 секунды до берсы оставалось. Чушь ебаная нахуй. Пускай нерфят нахуй. Вайшу точно не ебануть.
куски, а кели я уж не говорю, блядь. Куски, которые можно собрать, это 3 куска. А 3 куска это не, ну, не пришей к пизде рукав. То есть наши куски это перчатки и плечи с робота. 2 куска вот цель. И уже после 2 кусков надо отталкиваться. А око там сильно сложнее? Нет, ну око 3 босса такие, нормально, ну прям легкие они. Там просто легкие, да. Тактику разобрать. Ну там тоже, там надо усидчивость, внимание, блядь, хорошая реакция. Там тоже будешь ебланить, блядь, сдохнешь нахуй и все. Один челик сдохнет, все, вайп. Ну можно не тратить, то есть. А кель, он очень сложный. Ну там... Там прям надо знать четко, пошагово все, что делать. Ну это будем смотреть, там дойти до туда еще надо. Че, после лича туда будем ходить, да, и начинать? Ну, сюда от лича зависит все. Ну, убьем лича, и этот же состав должен идти в ОКЗС обычки. Ну, это на следующий КД я поставил там. Ну, короче, кто будет слабый по ДПС, возьмем Лингрена там. Давайте, что, ставьте шкаф. Его можно он взять на всех боссов чисто, чтобы он шаманом пошел. А на сколько-то личи... боссов убивали в гире? На этом палом. Куда? Ну, кого-то свичнуть. Вот Энха, допустим, можно свичнуть. Он на прошлой обычке 25к фэла выдавал. Он-то я знаю. А, у нас фулл КД на это? Я понял. На что? Ну, на ЦЛК. Я просто не помню, куда мы ходили. Мы ходили в обычку, но... ГМХМ, да, мы ходили еще. Да, ТТГ. А там КД на герму? Сколько убито? Я вон ротацию на Рпала глянул в Т5, это пизда. Да, зато там с огромом у всех будет нормально все. Медикашников. Проходной я не знаю. Ну вот, а Продекс пишет слабый. Этот Лингрен, ты будешь заходить? Допустим, знаю, Анреального взять вместо Продекса, раз он первые дни играет. Так он 272. Ну, так он... Ну, я не знаю, если он первые дни играет, то что он там сделает? Он тактики знает или что? А Продекс, знаешь тактики, там всю эту хуйню? Ну, Катрисия только остался, пошли... Кто там в танке? Милаша и я. Пошли трэш бить. Можешь заменить три рога. Поставь мага, возьми пока. Я пока на замене посижу. Ты глянешь, что за маг. Слав, слышишь меня? Да, да. Че, я пойду на замену? Я тут никуда не денусь. Ну, если что будет, кто-нибудь ДПС, я... Сейчас делаю. Ближе к боссу дойдем, там посмотрим, или Леха зайдет, если он зайдет. Не знаю, в Диссе он там нет. Пока не спеши на замену. Да я не, я так не хочу, но просто предлагаю. Да, очень много зависит от того, если мы на этом КД сделаем людям проходки, то есть лича убьем. Это очень много зависит. Напрямую от этого зависит, пойдем мы в ЗС, какой у нас там выбор людей будет. Это очень важно. Если на этом КД не закрыть, то просто, ну... Просто меньше выбора будет на ЗС, то есть кто-то там на работе, кто-то еще где-то там будет меньше выбора. Будет сложнее собрать ЗС. Yeah.
Ставил, короче, Виланию на пятое место. Нашим на осколке. Лёха здесь, в Дисе. Ага, чё, он пойдёт? Здорово. А чё, надо? Ну да, ну... Напрямую надо, да, то есть прям стопудово. Хилить, да? Нет, вместо ДД есть. Ну хилить это шестым только хилом, если... Не знаю, сейчас ребро захилит. Наверное, на ребро надо будет шестой, мне так кажется. На подстраховку будет. Да, чисто подстраховочный. Ладно, сейчас быстренько курану и всё. Если менять людей, то менять, скорее всего, НХ. Ссылка ко мне. Да, НХ. НХ, да, потому что у него, сколько, я не помню, 16 он что ли давал. Так-то можно, ну, надо по приору глянуть. Если вдруг кому что-то с босса надо, к примеру, забрать, пускай. Слышишь, этот Валион, ты в Дисе? Типа, лутать все равно что-то можно, если у тебя приор есть, и эта шмотка никому не нужна. Или ты выше по приору, то тебе надо зайти ее забрать. Вот, чувак от Риси. Не пускает в рейд. Ну, просто 25-й кто-то здесь. А Продекс, наверное. Сейчас разберемся. Мы к ребру уже подходим, так что давайте. Что-то Энх не отвечает, там здесь он вообще нет. Так, кроме Лича особо ничего не надо. Ну ты смотри, тебе надо апать ДПС. Под двадцатку, вот как призен дает. Но надо апать ДПС, потому что, ну, маловато. Ну а так, смотри, если вдруг какой-то надо, там, тухлый, гнилой, ну, какой-то босс любой, то смотри, если шмотка тебя апнет, то ты скажи, ты смотри за этим. Не думай, что там мы тебя меняем, что там пиздец все. Ты заебись, все, играешь нормально. Просто надо цифры получше, чтобы сейчас, ну, нормально проходить, чтобы без всякой залупы. Вот, ну, Кара Гер, это которая опера, да? Вот, блядь, я так Арайгер не занимаюсь. Надо того, кто эту оперу релил. Я не знаю, кто у нас релил ее. Мы как-то туда пришли, там повайпались и разошлись, блядь. Так что, как все с этой трини ебались сами. Да. Я не знаю, ну... Блядь, так вот сложилось, что у меня постоянно... Либо я танка, хила делаю, у меня ДД, ну, пиздец, редкость. И тем более такие классы, которые... Как сказать... Как это правильно это сказать? Ну, которые, нахуй, эти энхи, роги, вот такие вот двухручники, одноручники в двух руках. Если бы я таким когда-то занимался, был бы у меня один перс вообще, я бы, наверное, тактику знал на эту оперу, а так что-то хуй знает, похуй. Этот, где там Хэлла заходит, нет? Я зашел. Ага. Бидон зайдет через 15 минут. Что там через 15 минут? Бидон зайдет. А, ну хорошо. Куда топы убрали? В смысле, а что, меня кикнули, что ли? Куда не, убрали? Да куда-то перенесли. Так он же на замену просился. Не надо. Сейчас придем на леди с слабым рейдом, и хуйня будет. Логнусь, забагался. Ну, вот бидон зайдет, вот там можно будет свичнуть. Но сейчас пока бидон не зашел. Короче, этот, Апродекс и Валиант, вы пока в этом, на замене, смотрите, ну... Это КД еще пускает, а двойное ЕП будет. Я вас кикну, короче. Если что, вдруг кто-то офнится, там вылетит. Если понадобитесь в рейд, то мы вас возьмем. И смотрите, в конце рейда там это самое, плюсанете на замену. Ну, что вы тут. Если проебете, ну, я не знаю, значит, вы ушли. Так что это... Слав, поех больше выдавать? Да, сейчас я посчитаю, сколько... Кинь, пожалуйста, вместо фласок это... Которые на грудь чарятся. А пласки мне не надо. А то я забыл купить. Хорошо. Так. Так, значит... Вилаша... Опа, я... тебе масло надо? Этот, да я возьму за место пайком. За место фласок. Этот, холидринг ты будешь танчить на леди? Или рарник? Сколько она? Да, без разницы. Рарник или Холидрин, кто с вас будет танчить? Топа, на... не надо. Да ладно, блядь, у меня голды нормально. Трэш чисто на леди и на ребре. Может, третьем. Потанчу. Т-
Так, ты потанчишь. Тогда получается... Ну, я буду тебя как ретрика потом считать. Так, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, хант. Девять милиш. Да, на ребре ничего не пью. Девять милишных, десять СПДш, девять СПДшных и хилы. Так, это СПД. 11, 12, 13, 14. Так. Есть там гильдбан где-то? А, вот стоит. Значит, третья ячейка, открывайте. Там будет... Эти. Сейчас я буду выставлять фласки. Что у нас время? По три понакидаю. Я, короче, спекнулся в шестого хила. Ага. Так, кого-то в пати там лучше закинуть, это. Чтоб ману резать вам. Так, вот 9 милишных. Если у кого-то звания армейца нету, посмотрите там. Сейчас повысим. Там или... уже раздают. А, Шелфира занимается. Ага. Кого еще нету? Плюсаните. Ты не можешь взять. Че, я не могу взять. Я не могу взять. Ну, попробуйте релогнуться там, не знаю. У меня какая-то задержка. Вот я в последнее время играю. Какая-то задержка идет на этот... На взятие и на вкладывание в банк. То есть я вкладываю где-то 2 секунды или 3 КД какой-то есть. Вот, ты будешь танчить? Да, да, я буду. Так, 14 СПДшных. А что ты говоришь, у нас цель 2 куска? Мы спокойно 4 можем взять. Ну да, когда Джайну кто-то, Вайшу или Келли кто-то понерфит, тогда возьмем. 2 куска с ластов падают. Голова и грудь. А типа Йока, не знаешь? Могу взять его. То Рарник не может, то еще не может. Мифик не может. Мифик не может. Но 3 куска получается 100%. 3 куска, да, ну а хули тут. Хорошо, релов сделаем. Да я тебе так передам сейчас. А, ну я уже, ладно, сейчас начал. Ну там будет как раз многие люди по 3 куска полутают, и все, там последнее останется. И, блять, нажал сравнить достижение, сука. Что-то забагалось, блять. Что, типа хилы тоже на СПД берут? Ну да. Блять, и Рарник, и у тебя забагалось, или у меня забагалось, блять. Сейчас я тоже ловлюсь. А вот. А ты сам забрать не можешь? Нет, обмен забагался. Вот в мифик кинул теперь. Так, ты взял там масло на АП? Тут он топ попросил. Мне дали. Я взял фласки. Чем, подожди, хули дринк заберу. Так, ну там вон на СПД что-то не взяли много людей. У вас свои есть или что? Они, наверное, не могут взять. Наверное, не могут взять. Кто не может взять? Так я весь слеба, мне только одну дырочку. Пока вы там набираете класки, одну минуту бью. Слава, что мне сейчас спекаться в третьего? Да, да. Сейчас, подожди, я... Вы напишите в чат, что-то, блин, плохо голоса у вас нету. Так, Катрисия. Да ёбана, еще сумка закрывается, нахуй. Так, Эйя, да? Так, что там осталось? Две по три на СПД и одна на силу атаки. Все взяли там, нет? Ладно, жрём рыбу. Да, и чтоб сделали ротацию в Т5, как в Т4. А то ёбаная пианино будет. Так, значит, на пул на Войда. Так. Так, мне надо кого-то выкинуть. Друида выкинуть, он сам Симану еще заливает. Хэлла закинем пока туда.
Пусть пристам и себе шаманы, и палы, и светманы. Ну, смотрите. Это, распределите себе шаманы по присту, чтобы вы вместе тотем ставили с гимном. Допустим, я устал. Что это такое? А, это снежок какой-то. Я устал. Ну, как-то между собой разделитесь, кто с призаном, кто с Хэлла. Разберитесь, чтобы вы это вместе сдавали. По тотему там? Да, тотему с гимном. Вас обязательно, чтобы это вместе было. Больше маны реснет. У нас друидов не так дохуя, у нас всего 3 друида. Один тем более хил себе сам заливает. Ну, Вадикон с Катрисием. Давай, Вадикон по гламурчину смотри. Если прям кто-то просядет до половины, сразу ему заливай. А Катрисия... Он бидон плюсует. Вот, давай бидона. Так, а чё у кого убрать тогда? Топу можно, да, свичнуть? Хэлла в ДД оставить, а бидона в хила, правильно? Да, можно. Где-то так. Давай. Я тогда ухожу, да? Да, давай посиди. Посмотри. Так, ты портанешься, да? Дайте ему там портал, Долран. Или ты портанулся? Кстати, подожди, топа назад. Вон там. Я нашел другого, да? Этот, я устала. А ты знаешь нормально тактики там считывать умеешь? Вот, давай в обратно тогда возьмем. 3 шамана, топу обратно. Давай, Холи ДЦ, тогда ты посиди, мультики посмотри. Тогда топу обратно сумоним, а Холи ДЦ портуйся. Жду, карта пришлется. Седые холмы он уже. Все. Ну тоже не исчезай никуда, ну типа. И по этому за замену получишь. Если вдруг чё, кто офнится, то пойдешь. Так, еще раз рыбу ставлю. Это надо рыбу взять. Угу. Так, ну все, проверка. Рарник. Все готовы, даю отчет. Не забывайте, там в лужах не стойте, это самое главное. Геро. Три шамана там на каждом танке, смотрите, чтобы были щит земли. Удобно. И в тупую цепуху через своего танка, и нормально все будет. Вот пока он на этой стороне, рейд немножко поближе к нему, а один челик какой-то, кто не сдохнет. В другую сторону. И теперь опять поближе немножко к нему, чтобы он в рейд не чаржнулся. Другой челик подальше. Вот и еще раз так же повторяем. Вот сейчас он еще рывок делает, и после него уже будет возвращаться. Вот после этого будет возвращаться. Сейчас он... Буду ждать шипы. Его. Шипы! Шипы, ребят, шипы, блядь! Шипы бейте, освобождайте хилов быстрее. Все, босса отвожу. Кастует, подбегаем. Нормально. Ебать, как выпустили это ребро. Слушай, выйдите там. Слушай, выйдите. Бидон, мифик. Ну что, новогодние истории будут? О, ну сейчас на трэше. Про Бринтрой забыли, да? Там, наверное, покупатели бухают, но... Да, я с покупателем общался, он думал, что мы вот это... Когда в пятницу соберемся. Угу.
Ну, может, мы тогда не собрались. Я ему написал, что уже тогда пусть после пятого ловит. Ну, нормально. Все то же самое повторяем. Главное не забывайте рейд поближе к... Ну, не обязательно вплотную, не как милики, а вот как тотемы примерно. Вот шипы зауешьте. И что это за коричневая лужа? Тут она под ливи, нахуй. Хуярит. Сейчас еще рывок, и оттуда уже будет возвращаться. Так, сейчас оттуда будет возвращаться. Вот веду его в центр. Потом подъебало заходим. В смысле танки. Шип долейте. Так, призан упал. Ты там не на луже? Если нет, то вставалку юзай. Шипы, шипы, ребята. Призан где там в луже? А, вот, все. Катрисе по призану, да, Иннер? Че у вас... Тотемы ставили уже, нет? На бидону. Давай, ставь призан, и я устала на ману. А нет, шелфир на ману. Устала КД. Порезайте. И каску, лапу, приступав, все по призану обновите. Хан слева на шипе. Хант разбивать, а то через рейд будет идти лужу. А, там не хант, там вордплекс. Опа, этот мифик ебаника раскол. Я у тебя агро, блядь. О, нормально. Опа, чё он здесь остановился? А, это он забагался. Козлина. Сейчас будет возвращаться. Сейчас будет немножко наискось возвращаться. Я его вот сюда веду, типа. Потом отверну от вас. Все, отворачиваю. Сейчас добьем, в принципе. Блять, вот юзаешь захват рун, нахуй. Уже хп фул. Хилы заебись захилют. После бухача вообще легко так ротация жмётся. Не знаю, какое агро, блядь, но... Как обычно, это просто у классов что-то, фросты какие-то или что, я хуй знает. ТД апают, а танков нихуя. Раньше отрыв большой был, нахуй. Вот WordFlex почему-то. То, что руки, поняли, дергаются, и ротация сама прожимается. Ах, блин. Надо было палом идти, но... Надо ты запы было. Хотел, да? Ну ладно, в следующий раз, может быть. Почему здесь еще и щит нужен? Я зайду пока что. Ладно, укорим. Это как обычно. Идешь персонажем другим, падают, допустим, латы нахуй. Идешь, блядь, паладином, падает нахуй щиты всякие. Катрисе, она будешь хилить. О, обычку надо сходить. Блять, 50% Катрисе, ты уверен? А этот шелфир что-то не включен. И гламурчин не включен у вас. Гламурчин, тебе надо это кольцо? Я не вижу, какие у тебя думы. А я ливнул, мне не надо ничего там. Сейчас я чистку быстро сделаю. У меня как-то 3 FPS просто на ребре было. Это... Опа, подошли. Гламурчин надо тебе, да, за 100%? А то там за 50 нажимаю. Нет, говорит, не надо. А за 50 надо? Милики, вот что мочечи там. Так, ну это там что, помощник живой. Катрисе, что ли, получается, отдавать? Призан, бидон. Катрисе, смысла тебе нету, наверное. 10, да? Тогда бидон. Бидон забираешь, да, за 50? У тебя апнет это кольцо. Хотя хуй знает у тебя, вон. Да, в принципе... Ворлд уверен? Может хилу дадим? Там же МП5. Зачем оно тебе? Не, это шамовская чисто. Ну там кто еще там носит, блядь, МП5? Да, лучше, конечно, хилу дадим тогда. Так, ну а призан? У призана вообще 45-я. Призан. Ну вот ему можете, ну.
Вот, надо подумать. Бидон призану уступим или не будем? У него там 45-я. Он постоянно почти хилит. Че, призан? Закидываем тебе, да, за полтинник? Ага, вот, разобрались. Хорошо, блять, удобный аддон, что можно смотреть. Осколок. Осколок сейчас. У кого какие шматки? Да, прям, блять, удобная хуйня. Особенно при разроле вообще. Да, главное, как, все как на ладони. Ну а так прикинь, каждого открывать, осмотреть, блядь. Забрал. Ага. Ну вот, призана апнули по хилу. Призан все-таки хилит почти всегда, блядь. Только на сурке сейчас в ДД спекнется. Ну сейчас по сути что, хэлла в этого в Элима, а друид инвалида обратно в пати закинул. Сейчас эти 5 хилов. Настраивайтесь, сейчас эти духи летают на второй фазе на лейбе. С ДПСом проблем нет, самое главное не хлопать этих духов, потому что они там по 5, по 10 человек будут убивать. Радиус взрыва очень большой, 20 метров, вот как вот этот круг примерно. Если вот здесь в центре хлопнет дух, то здесь на краю, вот на этих коврах все умрут. С второго. Вордфлекс, они хотят сэкономить, потому что печеньки приоритетнее. А если нету приоритета, ты печеньку, считай, не получишь. Вот и все экономят на шматках, на простых ноутсах. Это что ты имеешь в виду? Ну, он написал, типа, все равно, говорит, не жмут 100%. Ну, да, люди как себе какую тактику выбрали одевание, бывает же разное. Бывает, люди копят там, допустим, на эту, на печеньку. Бывает, на тренинку копят, бывает. Мне кажется, еще... это ну, ситуативно зависит от шмота, который да. ты нужен. Да, если, допустим, тренька апнет ДПС на 5к, да, так, конечно, на нее надо в первую очередь копить. Так, теперь распределяемся, кто с какой стороны. Только отойдите от босса, не с пульки там, стойте в центре. Так, ну вот здесь Holy Drink звезде, там 3 моба. Мы с Эвилашей, значит, стараешься в кружок привести мобов. Так, тебя что ли на босса поставить? Я погрипаю или ты погрипаешь? Ладно, давай гриппай с лестницы, с ромбика, моба. И старайся его в кружок привести. Ну и вот этот крайний, который это самое. Приверженец треугольника идет твой. Мои вот эти два ближние кледи тоже стараюсь его в кружок привести. Так, теперь кто где бьет? Значит, на боссе сидят 2 ШП, 3 роги и кот. Да, дохуя. Ну ладно, похуй. В звезде бьют сова, 2 лока, 3 мага. Сова, 2 лока, 3 мага, 6 человек. Нормально. И ты отправь кота на трэш, он же физуха бьет. Да, ну да, сейчас посмотрим. Волфар на трэш? Давай, Волфар. Ему не надо на трэш, он магии бьет. Да, ну ничего страшного. Мы бурстовый и стан будет. Не, нормально. Этот. Пускай Катрис сидит. Если не будет хватать, сейчас посмотрим. И, короче, этот. И Хэлла в звезде, короче, помогай. Ну, хуярь вот этого центрального. Угу. Так, теперь в кружке. В кружке будет 4 моба, 2 приверженца ПКД. И 3 даже их может быть. Тут играют у нас ретрики. 3 штуки аж, это пиздец. Смотрите особое внимание ретрики на то, что слейте бабл, слейте... Что там, блять, каплю, хуяплю, вот эту всю хуйню. И когда контроль, перед контролем за 2-3 секунды разбегайтесь. Потому что, когда вы будете, ну, подальше метров 10, у вас ни рывка, ничего вот такого нету, что вы можете вайпнуть рейд. Потому что ваша буря повайпает всех, кто там в кружке стоит. То есть, ну, немножко этот, разбегайтесь в разные стороны, чтобы это у вас было время законтролить. Хотя, да, этот самый. Катрисия, ты будешь контролить луну. Все луны. Так что давай ты все-таки на трэш сядешь. Сори, конечно, но это самое. Катрисию сюда четвертым добавляем. Потом что, ДКшников у нас нету. Ну, Волфар тоже давай тогда играй. Здесь это 5-й. И что у нас еще? Ну, 5 человек. Так. Так, ну и Хант у нас есть. Анреальный, короче, ты в Дисе?
Ты, короче, это самое, в звезде ебанешь центрального моба, ну чисто вот в него пуляешь, вот он вздыхает, и поворачиваешься в кружок, и там играешь. Вот. Ну и где, в принципе, остаются? У тебя физуха, хотя бы этот, стрелы летят. По мобам, которые эти отражения кидают магии. Ну вот так примерно. Ну, имейте в виду, то есть вы сами знаете весь расклад. То есть сначала трэш, потом босс. Вот и все дела. Там дохуя людей, которые переводят там двороги. 2 шп. Вот, ну и соответственно начинается вторая фаза. На второй фазе на пулы на меня закидываете. И это... От босса там отбегаете, кто там милики, роги, чтобы вас она не шотнула. Потому что у нее мана кончается, не успею в тайминг на ВПшку дать там. Она не таунтится, потому что именно нужен пул агро на нее. Вот. Ну, в принципе, роги на пулю это не могут бить. Вот. И самое главное будет бегать от духов. То есть духи, они каждые 10 секунд появляются, это самое главное. Так. Вот рыба. Жрите, кто не жрал там. Чока Триси. Да, да, в печеньке, в печеньке. Там 4 моба. Выбирай себе моба. Ну, который это со стороны ближней леди идет. Вот его убиваешь, там, если что, стан оставляет, то есть. Если у кого-то хп с ребра есть, киньте его в лудилку. Все, давайте проверку. Я квадраты контролю, Вадикон? Так, Вадикон, квадраты, этот самый друид-инвалид, ты треугольники контролишь. Обязательно смотрите, чтобы рейд в досягаемости был. Катрисия, ты луны контролишь. То есть, как контроль выбегаешь, там и готовься сдать. У тебя он мгновенный должен быть по проку. Все, все готовы, дает что-то. Там кто-то релогается. Кто? Кто релогается? Хант написал. Ну это, ну не пульте, отойдите. Бля, вот хуёво, когда голоса нет у людей в Дисе. Ханс, тебя припал. Да есть голос, у меня горло болит, я поэтому молчу. Ну это 20 голды. 28. Так, 36 брал. Еще раз проверка. А зачем вам на леди припоты? Да. ДПС, ну, в принципе. Да, ДПС. ДПС не как раньше, да, конечно. Я хочу. А, ну хоти. Так-то, ну, если есть я припоты, пью, что бы. Припоты. Анреально, что, готов? Нет? В гере. Что-то у тебя это не грузится, у меня все стоят на месте, все бегут. Грузится, не знаю, что за херня. Ты вылетел. Че, кого-то с замены брать? А кто у нас там есть? Кто там есть? Что, ты заходишь, нет? Я захожу, он говорю, не прогружается, не хай, сейчас вам захожу. Чё? Град, стрелка, стоишь. Прогрузился? Вместе все бегут. Да ёбаный интернет. Че, до сих пор на месте бегут? Ты ебаный Сирус. Ну давай, что там, Крайзис тут, нет? Да подожди, может возьмешь вот это, а Продакс Фокс, ну вот этот мах. Ну а то хантабы, а то лук отдать некому. Ну так-то да. Ну ты бегаешь, у тебя все на месте стоят? Да, все на месте бегают. Ладно, давай пока кикнем, пускай минуты улетает. Попробуй камень кастануть, может, кастануть. Прогрузилось. Прогрузилось, что-то есть, движуха. Да это как обычно, там минуты две прогружается. Ну-ка. А, все есть, что-то есть. Пригласи. Ну я пати кинул приглашение, пока не принимает. Долгая задержка у него.
Че, тебе приглашение так и не пришло? Нет, нету ничего, я вот здесь до сих пор. Да, он рывками как-то бегает. Ну, короче, сейчас минута пройдет, он вылетит с инста. И возьмем чумага тогда. Сумнем. Сейчас он исчезнет отсюда. Там маг сейчас тебе сумон придет, только не принимай, тебе скажет там, когда принять. Вроде выкинул его, да? Все, принимай. Что, пришел сумон? Еще раз суманите его. Сейчас пришел, нет? Ну так релогайся тогда. Подожди, да его по 2-3 человека сумонят еще. Просто. Такая ранее, это без разницы на релогу. Забагалось, да, там забагалось. А, можно. Вот как есть поговорка, ожидание смерти подобное. Ебать, так стрёмно стоять перед боссом и ждать, нахуй это пиздец. Это же за если волка будет стрёмно. Да там уже не будет стрёмно, там хоть что-то новое, блядь. Ты бы знал это ощущение. Не задрочен... Я знаю это ощущение. Не задроченная ЦЛК с РС, я в том плане, я что... Я ж новичок, Вове, ты чё? Как-то, блядь, интересно. Всё, теперь сумоним. Да он еще сейчас, может, не прогрузился, блядь, тоже хуй знает. А продать... Ну да, кстати, релогнулся. Пришел сумон тебе, нет? Ну сейчас сумонили тебя. Ебать. Ну это бред какой-то. А ну погодите, стойте. Тыкните. Может шкаф бракованный, нахуй. Вот сейчас пришел сумон. Так ебать. Уже пришел, да. Все, мах тут, я его суманул. Паша, по 10 человек меня сумонит. Жри рыбу. Китайский шкаф. Алиэкспресс шкаф просто. Да не, просто руки у кого-то из папки. Этот маг играешь со стороны звезды. Первый центральный мобзи. Так пойди в холодильник загляни. Да, блядь. Так, конечно, можно отрезветь, блядь. Пока, ждать, пока босса под нём. Некромантика готов? И Вилаша. И Ворлд. А, нет, тут уедет, 2-2-8. Мага нету, блядь, я понял. Все, маг здесь, принимаем. Так, призм все готовы. Дает что-то. 5, 4, 3, 2, 1. Если где-то не хватает, смотрите, трэш живой, то шалфир Рианти там ракету запускает еще на помощь. Секунда, контроль. Контролим людей. О, Хэлла, контрольте, сейчас убью кого-нибудь. А то или мы не нынче больно бьют. Трэш, 5 секунд, готовимся. Чтец, у нас нет анхоликов. Угу. Ну, Булибай, реально? Булибай на этом, на поводине. А, было бы неплохо, анхолик. Ну, конечно, хуюк. Ливнул. Вообще, блин. Чепуха ходячая, нах. Да-да-да. Так, трэш 5 секунд, готовимся.
Так, и вот этих двух мобов с щитами. Хуярьте. Саву контрольте. О, бля, бидон Геру сдал. Бидона не зауешьте там. Блядь, не зауешьте, не зауешьте. Так. Добейте, добейте щиты эти, помогите. Так. Хуярьте. 2,5 миллиона. Да, хуярьте до ляма. И еще трэш бьем. 5 секунд трэш. Все, стоп, 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 ушли от босса, блять, дохуя дамага. 800-700 тысяч. Все в трэш повернулись. После трэша только уже будем. После трэша уже будем переводить. 300 тысяч. Кособокова, вот зергайте. Контрольте людей сейчас, спокойно. Контрольте людей, не убейте. Иду, все, уже по боссу играйте, иду к боссу. Готовьте на пулы, на войда. Все, переводим, 200 тысяч переводим. Все, люди там вышли. Привержение. Добейте моба, добейте моба. Все, на пулы поехали. Ну так вы... Не бейте, бля, ну чё за хуйня. Катрисия, Ареса и Мифика. Духи. Духи первые появились. Трэш сначала убейте, вон пачка трэша звезде. И все, и босс хуярим. Новые духи побежали. Каждый раз бежим, духи. Следующий трэш в кружке. На пул на Эвилашу даем. World 228, Элфир, смотрите, не сорвить. Контролим. Самое главное контроль. Когда люди в контроле, забываем про все. Вот гламур сдох. Вадикон, Реса, гламура. О, все в трэш повернулись. И духи бежим. Духи бежим. Вот два в лестнице прям. Вышли, вышли оттуда, бежим. И все бегают, и танки, и милики. Так, один броет друид инвалида. Мифик, давай на друид инвалида СС. Побежали духи. Все, трэш убили, леди бьем. Контроль. Забыли про босса, забыли про УЕ. Дали контроль, расферяли людей. На пол на войды даем. Хлопнули нахуй. Спасибо, блядь. На пол на войды даем. Трэш 5 секунд. Побежали духи. Ну, уход во тьму нажимай, тучку нажимай. Ну, так, блять, вы Омен совсем не смотрите. В трэш играйте или постойте, побегайте от духов получше. Он вышел трэш, пошли туда убьем трэш. Один БР только. Друид инвалид, второй раз гламуры ресы. Духи прямо в трэше ушли оттуда, на полную Вилашу. Контролим своих. Просто хлопок 5 людей убил, блядь. Бежим, духи, прям в центре, бежим отсюда, бежим. Возле бесов локовских летают. Пиздец. Бидон взорвал духа. Спасибо, бидон. Ставь тотем. Я устал аноману. А, уже был. Значит, аноману больше некому давать. Блядь, заебись, играем нахуй. Бежим прям за леди духи. Бежим, бежим, милики, бежим быстрее. Сейчас следующий появится. Контролим. Так, на Вилашу один на пул. И после этого уже опять на войду. Трэш 5 секунд. Все, на войда пулим. Духи побежали. Побежали дух. В леди прям бежим, милики. Он куда-то звездули полетел. Контролем, расфиряйтесь, Эджу не убейте. Расфиряйте. Контроль, вихрь по нему. Духи прям вон в звезде появился в центре. Так, следующий трэш будет в кружке. Бежим туда. Побегаем поближе. Смотрите на хулидринки ревностные. Не проебите хулидринка, хилы. А Геру дайте, может есть у кого. И Нера раздайте, друиды. Вон у бидона нету маны. В это, в кружок. Убивайте кружок трэш. До берсы времени дохуя, так что давайте играем. Духов не хлопаем, возле леди дух бежим. Трэш повернитесь, убейте все и быстренько и дальше босса играем.
Соревностный спал. Бежим. Бежим, бежим, духи. На полной вилашиваем. Духи, бежим. Возле лестницы в ромбике появилась. И за леди бежит. Бежим. Следующий трэш звездочки тоже бьем. Все, на вилашу. Еще один раз на вилашу, а потом опять на воду. Трэш. Духи, за леди побежали. Бежим, бежим, не расслабляйтесь. Духи каждые 10 секунд. Трэш, повернитесь, добейте. Контрольте людей. Контрольте Авиланию, законтрольте, дайте ему что-то. Трэш ебаните. Все, на пул, на войду. Трэш, подверните. Добейте мобов в звезде, сейчас в кружке выйдут уже. 5 секунд, 3 секунды, трэш, уже беги туда. Spirits. Духи, возле леди побежали, милики. В кружок бежим, там трэш выходит. Все трэш бьем. Небрисы еще минута 40, блять, мало нахуй. Ай, походу вайп нахуй. Так а здесь смертей, смотри сколько. 8 да, человек. Да хуя лежит. Давайте падаем, я ебал эту хуйню бить. Еще раз, только... Вот то, что духов вначале выхлопали, это полная залупа, их нельзя хлопать. 5 человек сразу убили. Вы себе поймите одну такую вещь. Вот касается Рианти, Ворлда или кто там. Когда леди переводится, это не значит, что надо хуярить. Вы скачайте себе Омен. Смотрите. Потому что вы сорвете с танка, тут босс не таунтится, блядь. Не забывайте эту хуйню. Повремените, блядь. Убить мы его успеем. Ваша первоочередная задача бегать от духов. Это раз. Второе, контролить людей. Это два. Босса мы, блядь, если мы 25 живые будем, мы его убьем. До берсы будет, сука, 3 минуты, нахуй. То, что мы сейчас делаем, это залупа называется. Так нельзя играть, нахуй. Мы сдохли, 10 человек лежат, чилят, нахуй. А мы, сука, бегаем как дауны, блядь, от духов нормально. Так давайте изначально нормально от духов бегать. Ваш приоритет не босса бить, потому что вы его, сука, за 10 секунд не зерганете, блядь. Вы себе вдолбите это в голову. Что на сурке то же самое. Мы придем, там надо трэш сначала играть. Вот есть приоритет задач, которые у вас есть. Приоритет это значит сначала это, а потом то. Так вот здесь сначала контроль, сначала отбежать от духа, сначала отбежать от духа, сначала контроль, потом трэш, и потом только ты уже поворачиваешься, босса бьешь. Сначала убедись, что вокруг тебя на 30 метров, сука, нету духов. Это всех касается. И Вомен, блядь, ну не бейте, 30 секунд побегайте, поебланьте, блядь, вы живые останетесь, останется живой весь рейд. Ну это все, что я хотел сказать, блядь, надеюсь, сейчас лучше будет. Это простая истина, блядь, почему некоторые люди сюда, некоторые гильдии приходят, с первого трая это говно падает, блядь, за 5 минут, и они идут дальше спокойно, свистят, плюют в потолок, блядь, а мы, ну, это хуйня, 10 человек лежит, и мы бьем, блядь, бегаем, стараемся, блядь. В берсу упираемся, блядь. Поэтому Рианти, маги все, Шалфир, Мифик, блядь, с пула, не дрочи, леди, не бейте, сука, мана у нее кончилась, покурите, сука, 30 секунд. Идет набор агро, блядь, это пока мы наберем пул агро, блядь. Где там Седжу, Вадикон? Заходите? Да тупая привычка, я зашел сразу же и выкинул. Да, и сейчас, если будет вайп, не покидайте тело, пока босс не свейдится, чтобы вот так вот не ждать, пока люди релогаются. Подбегайте, ешьте рыбу.